Всем привет, с вами Алекс, мы продолжаем играть в Portal 2, остановились на том, что в прошлой серии мы сбежали наконец-то из-под гнета GLaDOS, из-под ее всяких бесконечных тренировок. И теперь мы идем ее наказывать за ее шутки, за ее издевки, она получит сполна. Вау! Вот это да. И куда мне? Я не думала, что ты на это клюнешь. Ах ты! Клад! На самом деле я подготовила гораздо более изощренную ловушку дальше, после того, как ты пройдешь эту легкую. О, черт! Если бы я знала, что ты так легко попадешься, то просто подвесила бы на потолке куриную ножку на веревочке. Нет, опять! Нет! Ну что ж, приятно было поболтать. Нет! Перейдем к делу. Надеюсь, в этот раз ты принесла что-то посолиднее портальной пушки. Боюсь, иначе ты нет, сразу станешь только бывшим президентом клуба живых. Только портальная пушка, GLaDOS, только хардкор. Говоря серьезно, прощай. Ну, что я могу сказать? Ты без дела не сидел. Ага. Что ж, мы могли бы сидеть в комнате и глазеть друг на друга, пока кто-нибудь не упадет замертво. Но у меня есть идея получше. Твой старый друг, смертельный нейротоксин. Будь я тобой. Ну я давай, 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 давай. И задержал дыхание. Давай, давай, свой нейротоксин. Привет. Привет, Витни. Я так тебя ненавижу. Опасность. Центральный модуль поврежден на 80%. Забавно. Я не чувствую себя поврежденной. На самом деле я чувствую себя прекрасно. На 80%. Альтернативный модуль. О, они обо мне говорят. Чтобы начать замену модуля, пожалуйста, поместите модуль в приемник. О, давай. Перенос модулей. Ты смеешься. 70%. Да. У меня идея. Сделай, как сказано, подключи меня. Не подключай этого идиота к моему серверу. Нет, ты должна подключить этого идиота к серверу. Не смей подключать его. Подключи, подключи. Знаешь, что, GLaDOS? Не делай этого. А я пошучу над тобой. Не слушай. Сменный модуль принят. Как тебе такая шутка, GLaDOS? Процедуру. Да. Неисправный модуль. Вы готовы начать процедуру? Нет. О, да, она готова. Нет, 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 нет. Безвыходная ситуация, процедура замены прервана. Да. Вытащи меня, вытащи. Уполномоченному сотруднику меня, нажать кнопку выхода. Да пытаюсь, вытащить, пытаюсь! Меня. Не отключай, не отключай! Иди нажми ее! Не делай этого. Иду! Да, да, давай! Не трогай эту кнопку. Не так быстро. Ау! Подумай об этом. Думаю. Только дипломированный научный сотрудник может нажать. Ау! Ты не квалифицирован. Пошла ты, GLaDOS! Это правда, что у тебя нет достаточной квалификации. Но у тебя есть нечто более... Ау! Палец, которым можно нажать кнопку, чтобы она нас не убила. Воображает себя дипломированным научным сотрудником. Ау! Я только что добавила это в список. Я вела список всех твоих поступков. GLaDOS, вернее, прекрати! 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 Ты продолжаешь делать всякие вещи, хотя я говорю тебе остановиться. Кстати, остановись. Я, это, вероятно, правда, но это не совсем правда, так как пока я тебе тут зубы заговариваю, мы нажали на кнопку, используй ее вмешательство, жми на кнопку! Да пытаюсь! Как мне нажать на эту сраную кнопку? Ау! Прекрати, GLaDOS! Я говорил, какие твои качества ценю больше всего. Пункт первый. Способность принимать решения. Это-то! Обожаю! Безвыходная ситуация ликвидирована. Ну все, GLaDOS, с тобой покончено снова. Ой, а вдруг это больно? Вдруг это очень больно? Я об этом не подумал. Поверь, очень, очень больно. Ты так просто говоришь? Или действительно будет больно? Ты ведь просто так говоришь, да? Не, ведь действительно будет больно. А насколько больно будет? Убери от меня руки. Нет, нет, хватит. Нет, нет, нет. Ну прости уж, GLaDOS. Получилось, я контролирую весь комплекс. Классно! А теперь освободи меня! Посмотрите на это! Неплохо, да? Гигантский робот! Громадина! Я чертовски большущий, правда? Да, очень. Да, лифт наружу, сейчас вызову. Да, 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 пожалуйста. Ну вот, лифт вызван. Спасибо. Все, пожалуй, я уйду отсюда навсегда. Ты маленькая отсюда.
крохотная и незначительная. Ладно, Витли, спасибо тебе за все. Стоп, пока. Я тут подумал, а как я-то в лифт залезу? Ведь я такой большой и все такое. Так, я придумал. Ты заходишь в лифт, да? Потом, когда ты будешь проезжать мимо меня, я катапультируюсь из нового тела прямо в лифт. Гениально. Да. Но если не считать стекла, которое разлетится по лифту, когда я в него попаду, это проблема. Да без разницы, ибо, поехали. Ибо я знал, что будет круто, когда я буду все контролировать. Но что бы так круто? Слушай, о, теперь я обалденно умный. Esto usando este super detrucción de borde. Por favor, consulta el manual. Я даже не знаю, что только что сказал, но захотел бы узнал. Ах так, извини, все время забываю. Да-да-да, отправь мне наружу, пожалуйста. Это тело потрясающе, серьезно. Никак не могу забыть, какая ты маленькая. А я огромный. Витли? Знаешь, а зачем нам прямо сейчас? Нет, Витли, нет! За что? Ты представляешь, как это приятно? У меня получилось! Крошка Уитли сделал это, Эммануал. Ты ничего не сделал. Она сделала всю работу. Действительно? Вы обе так думаете, правда? Ну, может, в этот раз я кое-что сделал. Что ты делаешь? Нет. Нет. Не думай, что я тебя не раскусил, подруга. Знаешь, кто ты? Эгоистка. Правда, что ли? Чтобы пустить нас сюда, я пожертвовал собой. А чем ты пожертвовала? Ничем. Совершенно ничем. Ты только команда. Да я вообще молчу! Кто теперь главный? Я. О, да у него крышак погнал. Ну, ну давай. Видишь? Это картофельная батарейка. Такая детская игрушка. И теперь она живет внутри. Кто, Гладус, что ли? Извини. Что? Инженеры пытались заставить меня вести себя хорошо. Притормозить меня. Однажды они даже установили модуль смягчения интеллекта. Он впился в мой мозг, как опухоль, создавая бесконечный поток страшных идей. Нет, я тебя не слушаю, я тебя не слушаю. Это был твой голос. Оу, нет, понятно. Нет, ты врешь, ты все врешь. Ты опухоль. Ты необычный дурак. Вау. Я сюрприз. Не дурак! Эй! Да, дурак. Тот дурак, которого они создали, чтобы свести меня с ума. Ну, и что теперь? Кто теперь дурак? А смог бы дурак сбросить тебя в эту яму? А? Эй, Витли, стой! Смог бы дурак сделать так? Витли, стой, дурачина. Ну, Витли, как ты мог предать меня? После всего, что мы сделали, ты предал меня. Ну что? Привет. Да, нормально. Ты как? Потому что я картофелина. Да я заметил. Прекрасно. Мой генератор хлопков тоже тут. Генератор хлопков. Ну, прости, Гладус, я не ожидал, что этот модуль дурак. Вернее, вообще-то мы двигаемся, и даже с пугающей быстротой. Да мы падаем, Гладус. Я сейчас не занят, и приведу парочку фактов. Ну давай, давай, мне правда скучно сейчас немножко. Необычный дурак. Он продукт величайших умов целого поколения. Правда, что ли? Пытавшихся создать наиглупейшего дурака в мире. Ну нифига себе. Я заставила его управлять этим комплексом. Да, я лоханулась. Отлично, еще работает. Слушай, на случай, если эта яма все-таки не бездонная, может, ты отстегнешь одну из своих рессор и поместишь меня туда? Да давай я тебя просто порталом поймаю, по толканам. Иди сюда. Иди сюда, я тебя поймаю. Ближе давайте ко мне. Эй, ну... Ау, ау. Ау. Ну что, новая глава? О, Гладус, привет. Эй, верни Гладус! Фу, порталган работает. А, да, мы очень глубоко. Километр, наверное, три мы падали. Так, что у нас тут? Давайте осмотримся. Можно так.
Такс. Все же где мы? Мы на самом глубине комплекса. Интересно, интересно. Что же здесь такое? Мне вообще интересно, какой огромный этот комплекс. Насколько он огромный? Такс, где это мы? Holy shit. Да он просто гигантский! Что мне делать-то теперь? О, боже. Не входить. Будьте осторожны. Не входить. А почему не входить? Что там такого? А, точно. Спасибо. Только я ничего не вижу там. Ага, вижу. Спасибо за наводочку. Куда дальше? Почему я здесь как будто в воде нахожусь? Где я вообще что-то побери? А, во, вижу. Причем это место такое разрушенное еще. А, ну вот мы, собственно, и зашли. Почему не входить-то? Что здесь такого? Это, так, может быть, это какой-то первый комплекс? А на его, так скажем, остатках построили следующий, и следующий, и следующий. Это, так скажем, фундамент всего и вся. Давайте же узнаем, куда нас приведет эта труба. И где Гладос? Ворона съела ее? Ну и ладно, не буду по ней скучать. О, классненько. Что у нас тут? Ого, какая большая дверь. А. Ну ладно, здесь дверь поменьше. А или нет? Или это действительно такая огромная дверь? Большая дверь убежище открывается. Интересно. Вау. И такая здесь... И тут такая маленькая дверь со стулом. Классно. Обязательно было такую здоровенную дверь-то делать. Ну, что у нас дальше ждет? Так, эта жидкость опасна. Мы с ней и так знакомы. Воу-воу-воу. Aperture. Ну, видимо, да, это какой-то старый комплекс, а на его фоне построили еще один. Все же это... Я.
Ну, вы уже успели познакомиться друг с другом в машине, поэтому позвольте мне представиться. Я Кейв Джонсон, и я здесь главный. Правда, что ли? Голосок, который вы слышали, принадлежит Кэролайн, моей помощнице. Она переведет ваш гонорар в любую благотворительную организацию по вашему выбору. Правда, Кэролайн? Так точно, мистер Джонсон. Надеюсь, здесь все держится. Красотка прям хоть на открытку. Учтите, парни, она замужем. За наукой. Ну что ж, Джеронимо! Так, что у нас тут? Красивенько, ну туда, это 50-е. Явная архитектура 50. А вот он сам, Кейв Джонсон. Выбор теста для вас зависит от того, как вы реагируете на окружающий мир. Те, кто будет помогать в испытании отталкивающего геля, проследуйте вдоль синей линии. Отталкивающего геля? Для тех, кто согласился на впрыскивание ДНК Богомола, у меня есть хорошие и плохие новости. ДНК Богомола? Плохие новости. Этот тест отложен навеки. Хорошие новости. У нас есть новый прекрасный тест. Сражение против армии людей Богомола. Берите винтовку и следуйте вдоль желтой линии. Вы сами поймете, когда начнется тест. Да, понятно. Что тут у них происходило? Ничего хорошего. Ну раз 50-й, значит еще это до вторжения это. С Half-Life. Значит, порталы уже тогда исследовали. Так, что же нам тут делать? Неужто и правда это? Кажется, да. Не могу поверить, что это дело. В шахту лифта! Оу! Прямое попадание, детка. Смотрите, учитесь как надо. О, обожаю такие ручки. Просто обожаю. Понятно, здесь ничего важного. Ага, здесь синяя жидкость качается. Ну что ж. Давайте опробуем новые возможности. Такс. Давайте, гоните мне жидкость. Говорят, наука стоит на плечах титанов. Но не здесь. В лаборатории мы все делаем с нуля. Нам никто не помогает. Старый лифт такой. Ну что, загрузка? Боже мой, как я обожаю загрузки. Оу, как ярко, осторожно. Ну, в первом испытании вы будете иметь дело с отталкивающим гелем, как его называют мои лаборанты. Между прочим, вы не входите в контрольную группу, вы получите гель. В прошлый раз испытателю досталась простая синяя краска. Ладно, шутки в сторону, это иногда случается. У него перелом обеих ног. Печально, но очень информативно. Смешно. Ну что ж. Боинг. Боинг. Боинг! Боинг! Ага. Ух ты, какая старая древняя круг. Где мне взять?
У-ху-ху! Ей! Старый вид ящиков, ну просто вообще. Найс. Как все классно сделано. Говорят, что я не должен упоминать о контрольной группе. Я не против заранее записанных сообщений. У меня идея. Запишу-ка я побольше таких сообщений. Здесь я плачу зарплату и буду говорить столько, сколько захочу. Хорошо. Я рад за тебя, таинственный незнакомец. Все на соплях держится. Все на соплях. Для следующего испытания мы ввели в гель наночастицы. Это означает, что миллиарды мелких штуковин будут путешествовать по вашим сосудам и впрыскивать в опухоли экспериментальные гены и молекулы РНК. Правда, что ли? Зачем? Может, пока у вас нет опухолей. Не переживайте, если вы сидели на стуле в вестибюле без свинцовых подштанников, мы об этом позаботились. Вау. Ну, иди сюда, дорогой мой лифт. Интересно, они правда в 50-х отработали уже? Ну, портал. Портал ган. Как два пальца? Окей. О нет. Прыг, скок. Можно остановиться, пожалуйста. Что ж, погнали. К выходу! Да, на случай, если вы измажетесь отталкивающим гелем. Лаборанты дали мне один совет. Не допускать попадания отталкивающего геля на тело. Нам пока еще не удалось определить этот элемент. Но могу сказать вот что. Он очень живучий, и ему очень не нравится человеческий скелет. Это как-то не нравится человеческий скелет. Какой кошмар. Просто тот, кто придумал эти тексты, он просто гений, блин. Такие... остроумные тексты писать. Научиться надо. Тут где мой Portal 3? Я уж сколько лет жду его. Пофиг мне на этот Half-Life 3. Между прочим, эти лабораторные сферы сделаны из асбеста. Он отпугивает крыс. Сообщите нам, если во время тестов вас будут мучить удушье, сухой кашель или остановится сердце. Это не часть эксперимента, это асбест. Отличные новости. Лаборанты сказали, что симптомы отравления асбестом находятся в скрытом состоянии в среднем 44,6 года. Так что если вам за 30, радуйтесь. В худшем случае пропустите несколько партий в бридж, а наука продвинется на 300 лет вперед. Я ввел эти цифры в калькулятор, в ответ он показал счастливую рожицу. Ну просто это так гениально, на самом деле. Вот где мой Portal 3, а? Что я делаю? Что я делаю и как мне быть? Вот так-то. Ха, мне нравится твой стиль. Ты устанавливаешь свои правила, прямо как и я. Щитоводы сказали, это ж запись. Я не могу уволить коллегу, но я уволил. Пандусы для колясок слишком дороги. Что я сделал? Понятно, я сделал что-то. Так, выход у нас там.
Да не сюда, вот сюда давай. Отлично. Нет, не достаю. Блин, что я сделал? Боже мой, что я творю? Ну, допустим, я все сделал правильно. Джеронимо! Еще кое-что. Кофе, который вы недавно пили, мы добавили люминесцентный кальций, чтобы мы могли наблюдать активность нейронов мозга. Существует небольшая вероятность, что ваша лобная доля затвердеет и превратится в стекло. Правда, что? Не нужно об этом думать. Визуализация процесса в условиях стресса может спровоцировать эту реакцию. Ну, спасибо, что сказали. Ну, так как я не пил никакого кофе, мне все равно. Ну давай. Что дальше у нас? Еще больше синей краски. Если вы входите в контрольную группу Кеплер-7, то в ваш череп вживили крошечный микрочип размером с почтовую открытку. Наверное, вы и забыли о его существовании, но если он начнет вибрировать и пищать, сразу сообщите об этом. Это означает, что скоро он раскалится на 500 градусов, и нужно его срочно вытащить. Такс. Понятно. Ну, это не трудно. Я им говорю, подождите минутку. Ну что же, в следующем испытании вам придется столкнуться с путешествиями во времени. Хочу дать совет. Что ли? Если вы встретите самого себя, не смотрите ему в глаза. Лаборанты сказали мне, что это стирает время. Совсем. И прошлое, и будущее. Правда? Сделайте одолжение вам обоим. Не беспокойте его. Ну, постараюсь, постараюсь. Так что мне здесь делать? Что же мне тут делать, да? И где выход сначала? Надо определиться. А, вон он, выход, да? Ну, а так тут ничего сложного нету. Господи, как два пальца. Я уже все сделал для своего выигрыша. А это лифт? Кажется, нет. Блин, как-то страшно. Мне правда туда? Ну что ж. И что я здесь делаю? А, черт подери. Что же мне тут надо? Ну, допустим, вот это. Допустим, вот это. Хотя я не знаю, что я должен особо еще делать. Самое главное, куда мне лететь. А, вот оно что.
Вот обычная стена сразу же превратилась в нужный элемент. Джеронимо! Как два пальца. Воу, не в ту сторону. Осторожненько. И не в эту. Так и... А, окей. Это проще, чем я думал. Опаньки! Если вы это слышите, значит, слишком долго переходите между тестами. Лаборанты говорят, что это из-за страха. Да ну конечно, не из-за развалившихся. Или сейчас, мне кажется, что эти яйцеголовые не умеющие распознавать опасность, пока на их не укусит за мягкую розовую задницу, проецируют на вас свои страхи. Они не летают в космос, не переплывают океан. Нет, это делаем мы. Мы с тобой против целого мира, сынок. Мне нравится твое упрямство, но побольше проворства не помешает. Давай решим эту задачку. Да как нефиг делать? Эй, стой! 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 Иди, стой! Постой! Иди сюда! Сюда иди! Эх ты чертов шарик! Так вот. Ха, скакун чертов. И куда мне надо? Кажется, не сюда. Где выход? А вон выход. Так, куда же мне надо будет? Мне надо как-то заскочить сюда. А да, почему бы и нет? А почему бы и нет, правда что? Здесь что-то важное произойдет. Поздравляю. Тот факт, что вы стоите здесь и слушаете меня, уже является огромным вкладом в науку. Как глава лаборатории исследования природы порталов, я благодарю вас и надеюсь, что мы сможем на вас рассчитывать в следующем раунде испытаний. Ну, надеюсь. Мы собираемся выпускать второй продукт и хотим отладить все до конца, поэтому если вы сохраните хорошую физическую форму, на стоянке вас всегда будет ждать лимузин. Скажи до свидания, Каролайн. До свидания, Каролайн. Она просто золото. Скажи до свидания, Каролайн. До свидания. А я уж думал, мне и вправду дадут уйти. Видимо, не судьба. Что у нас здесь? Какая-то оранжевая жидкость. Скоростная, небось. Как два пальца? А, что, сюда можно войти? И дверь откроете? Не откроете. Самому все надо делать, а? Кажется, я что-то лишнее запустил. Что ж, наверное, надеюсь, мне это поможет. Так, я знаю это место, так что... А мы продолжим в следующей серии. Так что подписывайтесь, оставляйте комментарии, ну и продолжайте смотреть мои видео. Всего хорошего, пока-пока. И не забывайте подписываться в группу ВКонтакте.